На Камчатке выражать гражданскую позицию каждый год стремится все больше избирателей. И чтобы все жители знали, что выборы проводят честно, на избирательных участках всегда присутствуют независимые наблюдатели и общественные деятели. На встрече клуба экспертов Камчатского края обсудили вопросы, связанные с системой наблюдения на участках. Обсудили, как было, что сделано, куда двигаться. В принципе, все согласились, все эксперты согласились, что само по себе общественное наблюдение актуально, востребовано, в принципе, правильно, потому что те общественники, которые принимают участие и потом рассказывают, как это происходило, то есть им верят намного больше. И каждый год активные граждане стараются не только проголосовать, но и стать общественными наблюдателями. Это позволяет сделать выборы максимально прозрачными. Главное отличие тех наблюдателей, которые работали у нас на выборах последние 5 лет, это в том, что они не связаны ни с партиями, ни с кандидатами, а это просто люди, которые хотят убедиться в том, что выборы проходят честно, без каких-либо нарушений, вот, ну и отрабатывают любые методы, чтобы получить действительно достоверную информацию. В этом году отмечается 30 лет Федеральной организации «Общественное наблюдение», в которой состоят представители каждой партии. Кроме того, 5-летний юбилей празднует независимая негосударственная организация «Общественное мнение». Она осуществляет общественный контроль, не связанный с партиями.